Клево всем, друзья. Сегодня 2 мая. Всех с Пасхой. Всех с прошедшим 1 маем. Я выскочил на рыбалочку половить карасика. Сегодня с маховой удочкой. Шикарная, надеюсь, будет рыбалка. Погода классная. У нас в Краснодаре стоит уже третий день плюс 26. Еще 3 дня назад было плюс 15. Сейчас плюс 26. Днем очень приятно, даже слишком жарко. Надеюсь, все получится. Погнали, друзья! Сейчас по-быстрому пишаю прикормочку. Так, тут у меня грунт. Здесь у меня прикормка. Водичка. Черная прикормка. С добавкой какой-то у меня там оставалось чуть-чуть какой-то рыжей прикормки. Ее добавил. Так, теперь грунт перед рыбалкой. Проезжал стройку, нашел, копали яму, набрал грунта, так что грунт теперь есть. Так, прикормку червячка резаного, вот такой резанный червяк, ножницами его порезал. Перемешиваем, разбиваем, чтобы все червячки были по отдельности. Это будет главная нямка для карася. Значит, прикормки вышло у меня примерно килограмм. И много грунта. Вот такая у меня удочка. Такая вот 6-метровочка, как китаец. Недорогая, но довольно легенькая, приятная в работе. С мягким кончиком, и отлично, ей классно работать легкими весами. То есть монтажами, которые там от 0,5 грамма, и без проблем, и легко забрасываю их, чувствую. Пока прикормка настаивается, готовлю удочку к работе. Такая вот красавица мягенькая, чуть-чуть. Коннектор у меня вот такой мягкий. Из него просто петлей удавочкой накинуться. Все, монтаж привязан, готов. Только приехали, так классно пили, спели соловьи. Во, красиво. Сейчас вот начало подниматься солнышко, они замолкли. Значит, сейчас мне нужно отбить глубину. Для начала нахожу. Цепляю на грузило на крючок, такое дробинку, и нахожу глубину, при которой грузило будет касаться дна. Этого нет. Сразу там обрыв. Да? Что? Значит, получается, ловить буду. Прям в конце свала. Глубина уже отбитая у меня. Теперь поводок у меня длиной 15 сантиметров. И я буду ловить. Нет, сначала половлю так. Сначала половлю таким образом, что крючок будет касаться дна. Потом буду посмотреть. Прикормка готовая. Забрасываю удочку. Забросил. И вот в ее район кидаю шары. В район поплывка. Люблю вот такие вот шарики. Вот такие вот. И туда их. Бэх. Так что погромче, чтобы рыба боялась. Близко не подходила, чтоб напугать ее. Сейчас рыбу, конечно, напугаем.
поют птички, класс. Я закармливаю сразу много. Сессия у меня до обеда сегодня. И чтобы по максимуму собрать и удержать рыбу. Чтобы больше не шуметь. Все, закормил. Оставил чуть-чуть прикормки для подкорма. Когда буду маленькими шариками иногда подкидывать. Так работает прикормка с грунтом. Ну что, ребята, точка закормлена. Минут 10 прошло. Все, начинаю, цепляю червя и в бой. Пока грузил так, что крючок касается дна. В принципе, сейчас тихо, можно даже приподнять на пару сантиметров. Начну с червячка. Все последние рыбалки карась предпочитал червя. Ну, поехали, ребята. Солнце прямо напротив, прямо в глаза. Ничего, сейчас она начнет уходить, уходить и уйдет. Оп-оп-оп, есть. Кто это у нас? Подлещик, да? Не густерка, густерочка. Вот такая густерка. Так, что ты? А, вот такая красавица. Так, иди сюда, сошел. Хорошенький был, сошел. Так, первая поклевочка карася была. Он сбивок от меня. Ничего. Сейчас его там. Скажем привет, карасик. Стойте, стойте. Иди боец ко мне. Кто это тут? Подлещик. О, какой подлещик хорошенький. Вот такой, а? Вот такой красавец. Во. Красавица птичка. Кто это? Уклейка. Ой, ребята. Царица наших кубанских водоемов. Стая уклейки за 15 минут 14-сантиметровый перец съедает. Проверено. Кто там, кто там, кто там? Густерка махонькая. Махонькая густерка. Пожалуйста, был сход карася и все. И больше карася пока нету. Прям на точке сошел. Теперь ждем, когда опять подойдет. Сход на точке может привести на полчаса убить точку конкретно. Хотя это только первые разведчики были. Но тем не менее. Показатель. Так, вот этот похоже карасик, карасик, карасик. Ой, поднял, как шикарно. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Иди ко мне, красавец, боец. Есть, ребятка. Первый. Красивый. Небольшой, но вот такой золотистый, бронзовый, толстенький. Красавец. Класс. Ожила природа. Весна наступила, потеплела. Все. Водоем живой. Птицы поют.
Лягушки поют, насекомые жужжат. Прикольно. Офигительно. И ты утречком с удочкой смотришь на поплывочек. Да это класс. Ого, что это такое? Что это там за сумасшедший? Чумачечий карасик. Собагрился, да? Вот такой сумасшедший карасик, ребята. За жаберную крышку, представляете, смотрите. Надо умудриться, чтобы вот так его зацепить. Ой, а он контуженный, смотрите на его рот. Ребята, смотрите. Поэтому он жаберной крышкой клевал. Мутант. Да, ребята, рыбы на точке собралось много. Карася там просто валом. Дипы работают на ура. Реально, без дипов и с дипов. И с дипами колоссальная разница. Периодически клюет. Карась как уклейка. С перехватами. Сразу после падения. Это просто шикарно. Люди ездят на рыбалку, не могут поймать карася. А его валом и клюет классно. Со мной товарищи все сделали, как я им сказал, и отлично ловят. Рядом, недалеко от меня сидят. Сделали точно так же, как я, и рыбка у них клюет. Есть у меня предположение, что с грунтом я буду ловить карася все лето, там посмотрим. Очень много густеры, красноперки, уклейки. Все стоит в толще, всего очень много, перехватывает. Поэтому вынужденно ближе к подпаску опустил основные груза, сделал сантиметров 10-15 подпаска. Опа, сход. Ребят, вот у меня подпасок, а вот основные груза. Подпасочек, вот он. И вот основные груза. Это я сделал для того, ближе их опустил, чтобы быстрее снасть доходила до дна. Чтобы уклейка, красноперка и кустера не перехватывали на лету. Работает червь просто на ура, но обязательно дип. Без дипа поклевку можно ждать очень долго. Смотрите, что он вытворяет, ребята. Вы видели? Ай, красавец. Не пущу. Давай, красавец. Вот так вот. Вот такой красавец. Вот он. Бронзовый. Обычно серебряный карась, но вот оттенок у него здесь интересный, бронзовый. Как в лиманах часто такой же ловится. Только в лиманах он круглый, а здесь вытянутый. Повторяем. Червячок. Дип. Заброс.
поклевка. Вот так вот. Иди сюда, иди, иди. Ой, как он бьется. Очередной красавец. Красивый. Хороший. Уже сегодня вообще классный карасики клюет. Вот такой. Опять червячок. Дип. Заброс. Малыш. Сегодня рулит кто у нас? Красный вектор сегодня рулит. Потом рулит на ура. Иди сюда, иди, 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 а, класс, шикарно, просто шикарненько. Выложил, вот этот красавец, ребята, выложил. Летающие караси. Очередной. Ой, как поют. Ой, как, блин, ну это, ребята, кайф. Сидишь, тишина, птички поют, тепло, кстати. Только утрянка, чувствуется, уже солнышко подпаливает. Да, 26 вчера, позавчера. Сегодня будет не меньше на солнышке. На солнышке. Это не люблю, когда вот такие переходы. Сразу в жару иди сюда. Вот это, ребята, я собрал там карася. Грунт рулит. Вот, смотрите, друзья. Время. Начало мая. Карась вовсю на нересте. Вовсю питается. Температура воздуха поднималась до плюс 26 днем. И грунт работает, рулит. Давай, 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 повел, повел, повел. И мимо. Вот так бывает. Я очень сильно подозреваю, что... В общем, этот год я посвящу... Побольше постараюсь времени посвятить карасю, если получится. И буду тестировать грунт. В течение лета тоже.
давай, повел. А, есть! Какие шикарные поклевочки! Красотища! Вот эти вот небольшие карасики, но клюют шикарно. У меня скоро так и черви закончатся уже. Я так и понял. Как классно, мужики. Ребята, как классно. Огонь, тепло, солнышко. Ты на берегу с удочкой, рыбка клюет. Класс. Я кайфую. Просто кайфую. Это реальный кайф. Да вы сами знаете. Ну давай. Вот он. Класс. Поклевки наикрасивейшие. Мой товарищ Александр Шугаев 3 раза подряд говорил, все, буду ловить без грунта. Начинал без грунта на карася. В итоге среди рыбалки шел, собирал грунт. Благодаря этому хорошо отлавливался. Иди сюда, как он взорвался. Давай. Все. Красавец, смотрите. Ребят, сейчас много вижу отчетов. Все жалуются, не могут поймать карася. Приехал на первый водоем недалеко от города, на один из самых посещаемых здесь водоемов, и тут вот такое творится. Все сделал правильно, поставил рыбу, она тут просто стоит в очередь, и все у нас, все у меня клюет, все получается, рыбы валом. Уже все, вот забросил несколько секунд, и вот такая шикарная поклевочка карасевая. Иди сюда. Класс. В общем, по мере возможности этот год буду уделять карасю, ну кроме самой жары, когда он перейдет на ночной образ ловли, питания. Я просто не люблю ночные рыбалки, и поэтому именно в этот период, возможно, не буду карася ловить. Ну когда будет пекло, жара, кипеть, вода будет, да, скорее всего, будет или Кубань, или еще что-нибудь. Ага. При адекватной ловле, адекватной, буду тестировать по теплой воде все-таки грунт. И сдается мне грунт на карася в течение всего года. Давай. Это будет лучше. Все-таки именно подача прикормки с грунтом на карася, это именно та подача, которая нравится рыбе. То есть мы создаем бедный, сильно пахнущий стол с вкусняшками на столе. Единственное, что возможно, буду добавлять резаную кукурузу, каши. Иди сюда. Ай, хорош боец. Вот такой кругленький толстопузик. Вот такой.
Ну что, друзья, шикарная рыбалка. 10 утра, пора ехать домой. Праздничные мероприятия, иначе дома не поймут. Трошки наколбасил карасика. Кайфанул на одну удочку. Рыба пришла, ее было валом. Много поклевок было, просто нападений. Приманка еще не коснулась. Да, карась уже сидел. Просто шикарно. Заработала кукуруза, друзья. Карась начинает переходить потихоньку на летний режим кормления. Кукурузка заработала. Не с утра, с утра только червь стала прогреваться. И часов уже где-то 8 включилась кукуруза. Поэтому самое интересное было, на кукурузу рыба крупнее, на червь быстрее, но мельче. Так что все было кайфно, все было отлично. Еще раз, друзья, вас с праздником. До новых встреч!